Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у меня очередная распаковка посылки из Китая. Записывал я адаптеры для микро-сидек от памяти. Так они выглядят. Как работает данный адаптер? Здесь все просто. Берем microSD карточку, вставляем вот так в адаптер, и все. Можно его применять. Вставляем в компьютер. CD-карточка превратилась во флешку с USB разъемом. Вот такая короткая получилась у меня распаковочка, быстренькая. По сути, больше рассказывать-то я нечего. Можно было бы, конечно, еще замерить скорость передачи, но здесь еще будет зависеть от самих карт памяти. Я думаю, это не суть важна. Суть важна как раз смысл в том, что с помощью вот такого небольшого устройства можно вашу microSD-карточку превратить в карту памяти с разъемом USB. Ну, а у меня на этом все. Ссылка на данный товар будет в описании. Стоит он, кстати, вообще там сущие копейки, пустяки. На этом у меня все. Всем до свидания.